закладка опытов именно с нормами высев. Яровая пшеница с разными нормами высева. А, варианты 6 миллионов, 5, 4, 3 и 2. Посмотрим, какой будет урожай и структура урожая при таких нормах. Так, яровую пшеницу мы в основном сеем где-то 6 миллионов, бывает 5,5, 6, не всегда весна ранняя, не всегда есть возможность яровой пшеницы куститься, поэтому как бы стремимся, чтобы стеблестой нам гарантировал урожайность не меньше 40. Если погода благоприятная, мы получаем урожай больше 40, 50, 65. Кущение у пшеницы может быть до 5. Опять же, если прохладная весна, ранняя весна, осадки в мае, в начале мая. То есть это гарантирует нам более высокий урожай. Норма высева, как бы мы раньше экспериментировали, но не всегда знали, понимали, как это будет влиять. У нас не так много было раньше удобрений, в всяком случае возможностей. Фунгицидные обработки были, было недостаточно инсектицидных обработок. К норме 6 миллионов мы пришли раньше, чем стали применять более высокие дозы удобрений. И инсектициды с фунгицидами. Более там одной обработки. Вот так вот. Спасибо за внимание. Сегодня я с вами на связи. Такой вид у нас. Раньше я был главным агрономом в производстве. Сейчас я занимаюсь технологией. Являюсь руководителем отдела сортовой технологии. В отделе только я и механизатор Анатолий Алексеевич. Также у нас пока только один этот трактор с сеялкой. Но эта техника для экспериментов, конечно, слишком грубая. Все же есть желание работать с навесной техникой. Она более маневренная, ей не нужно делать вот такие вот разворотные полосы в 30 метров. То есть там, может быть, будет достаточно и 10 метров. Поэтому будем менять все. Это у нас только первый год. Опытов будет достаточно, чтобы устать.
Ну ничего, все успеем.